Эй, стоять! Ты же не будешь убивать меня? Я пришел сюда не для этого. Я хотел бы стать одним из твоих помощников. Думаю, моя необычность заинтересует потенциальных зрителей. Ну так, что вы думаете? Слушай, я, кажется, знаю, кем является этот ваш светофор. Он суперсолдат. Вы только посмотрите на него. Кто-кто? Ходят слухи, что наша великая искра проводит эксперименты по созданию более сильных и опасных объектов. Ну и? Если мы ему откажем, то он уж точно нас порвет.